Hey, what's up, народ, с вами Фрост, и сегодня у нас с вами то, что вы очень долго просили. Сегодня у нас с вами безумный... Что за хрень он опять творит? Я же не сказал безумные танцы со стулом. Я хотел сказать, сегодня у нас с вами безумный Макс. Да шучу, да, безумный Макс, он самый, тот самый безумный Макс. Котянка какая-то уже пошла. Всем известно, как что мир, когда рухнул, почти все обитатели погибли. Мертвые не будут страдать от ужаса, которыми наполнен новый мир. Те, кто родился в этом аду, не будет знать, что раньше всего все было иначе. А те, кто выжил, они уже славны. Все они знают, ведь они знают, как было раньше. Попер эпик! Чувствую всю эту атмосферу. Менюшки. Новая игра. Все, я закончил, да. Вау, полегче. Мусоровозки поехали. Убей его! Бессмертный лорд, чем будет доволен? Я стану чемпионом, вот увидишь! Да мне вообще посрать. У меня борода, я скажу всем, пошел на! Это моя пресс, черная машина моя, а чур машина моя. Я его вижу! Трофей ушел! Рассыпайтесь цепью! Нет, не отдержитесь вместе! Он хитрый, падла! Ой, лис. Хедшот, бич. Вообще. Мамку сделал я им! Он был одним из тех, кто потерял все и не раз. Но у него есть машина. Из-за этого он лишился рассудка. Вечно бежал от призраков прошлого. И мамку всем делал. Он верил, что может заслужить какофонию о чем-то, которое называлось безумной равниной. Что-то он там хочет заслужить. У него была машина, оружие, припасы и стойкость. Не хватало только горячего. А здесь топливо можно было достать только в одном месте. Газа где-то. В Газпроме, короче. Местный. Время делать мамку! Эй, мамку сделал тебе, вот так. Ну ты чё, попутал что ли, пацан? Он силен, осторожно. Ты чё, член едет? Какой-то ублюдок. Обожаю эти машины. Какой-то чел приехал. Слушайте, мои апостолы ужаса. Вы хорошо поохотились. А, тот самый здоровяк из фильма. Но он был тупой жутко. А вот Элис, который собрался ограбить Челма Острауса какого-то. Чела Страуса. Ну ты падла, ну хватит его бить, он же тебя убьет потом. Я смотрел фильм, я знаю. Ну твари, и машину забрали. А это точно игра, может быть это кино мы смотрим? Я что-то как-то уже забыл, что мы играем. Точно? Это игра? Это песня. Вырвите ему глотку! Эй, тварь! Жалкий пес. Пса не трогай, ублюдок! Эй, ты чё, охренел? Чё, попутал, что ли? О боже, как он крут! Как он ебошит! А чё так быстро убил? Это еще... Он его не убил! Ты можешь тебя посрать! Мозги это вообще... атавизмы чертовы! Они нафиг никому не нужны в этом мире! Идиотов! Ублюдки!
Вообще, просто так в мост попилил немножко. Да подумаешь, с кем не бывает. Мэд Макс. А, все, мы игру прошли. Это титры? Конечные? Песик, ты с нами. Жив. Песик жив. Блин, у него лапа ранена. Полегче, пес, не кусайся. Я не хочу снова драться. Ну, он рубаху с кого-то стянул. О, это все-таки игра. Но я бы и с радостью посмотрел дальше катсценку, она шипичная. Нужна вода. Найди ты воду. Я нашел песика, который пьет мою воду. Эй, а поделиться с хозяином будущим? Дай флягу. Ну ты хватит в одно жало хлебать мою воду. Ну ёб твою пес. Выпить из фляги. Как пить? 4. Я тоже всегда так пью. Найдите пса. Сейчас найдем пса. Руф! Руф! Я типа пса зову. По собачьи. Упс! Кажется, пса кто-то нашел быстрее меня. Трофей, какой, консервы, деньги. Да еще и с косточками. Жестянчик. Косячик, ты мой не все разберет. Он не да. Подожди. Капкан впускает энергию за твою жизнь, которую поддерживает божественная свеча сожигания. Эволюция, эволюция. Пожалуйста, не бери меня. Жестянчика, не надо. Почему? Потому что я знаю тебя. Да, я следил за тобой в Белесоры. Они оставили тебя на кону мухи. А теперь ты хочешь вернуть ее, как говорит прочее пророчество. Водитель. Верно. Значит, тебе нужен вестячек. Тебе нужен я. Да. У меня есть машина, которая доставит тебя к твоему транспорту. Честно, святой. А? У меня есть машина. Только она сломана. Поэтому я пришел сюда с деталями. А тут пес и механик, я могу ее починить. Даже деньги тоже, ее нужно полностью принимать. Не трогай пса. А то мамку сделаю. Ничего ты не знаешь, мамка, сам ее сделаю. Держи, чтобы пожрать. Собачий консерв, мой любимый. Собачья еда тоже еда, а что такого? Что такого? Нужно попробовать эту теорию. Эй, ты должен поставить мне лайк. Ты должен поставить мне лайк. У тебя вопрос почему? Потому что ты меня знаешь. Да? Ты меня видишь? Давайте остановимся на том, ты меня видишь? Значит, ты должен поставить лайк. Это хорошая логика. Быстро ставь лайк. Вот сейчас взял и поставил лайк. Быстро. Он вот так выглядит, вот. Сделай это. Давай. Какую жопу он нас послал? Что это за... Что? Что нужно делать? Что такое? Из дробовик можно убивать врагов. А неужели из дробовика можно убивать врагов? Я в жизни бы не догадался. А как его достать-то? Красава! Был один патрон, и ты его всрал в землю! Спасибо. Йоу! Какое парирование, просто взял и... Ах ты, падла, сжахал он. What's up, как дела, чувак? Как дела, чувак? Хочешь из дробовика в коленку? Это кто такой стоит? Нет, еще нет, ты не готов. Стой! Он хотел принести мне крышу, но он сказал, что я не готов. У меня про мне машины еще нету, тварь. Чё за обезьяна? Так нечестно. Ты еще домашку не сделал. Ты еще не готов играть в игру. И не готов. Нет. Скорее, святой! Динки, сильнее протечка! Че, я ей проволокой помогу, Динки, что ли? Фу! Ну что ты делаешь, эй?
Я слышу звуки бойни. Тебя они подорвали? Тебя вытекло топливо? Слава Богу, небесам. Слава, слава небесам. Я устал уже идти, хватит уже ходить. Не думал, что я это схожу, но я устал ходить. Садите пса в баню. Спокойно, песик, спокойно. Фига, у них конура даже в машине для пса. Офигеть! Офигеть! Вау! Скорее всего, я верну машину тебе быстрее, или что, я не понял. Короче, я не верну тебе машину, я ее разложу где-нибудь. Быстрее, например, об этот камень! Сорян, чувак. Я только учусь. Я понаваливал на баги, на самом деле. Я не могу читать и ехать одновременно. Взгляни на свою машину. Ух, хорошо, что мне пришлось тормозить, он сам заехал. Смотри, сюда. Видишь, они засели, эти страшные убийцы. Эти мясники, язычники. Смотри, смотри, их корабль. Чем? Остров. Большой босс из Газатуза какого-то. Что, я всегда собираюсь самое лучшее? Но сейчас его нет. Я вижу. Земля Вега. Я верну свою машину. Стой! Нет, погоди! У меня идея. Так будет лучше для тебя и для меня. Только послушай. Твой черный на черном, спекся. Ее разобрали. Ее больше нет. И никогда не будет. Я могу собрать для тебя машину. Еще быстрее и мощнее. Я не могу больше так говорить. Насколько мощный и быстрый ты мне отвечай. Очень быстрый, очень мощный. Мощнее песчаный бур. Пойдем. Нельзя, чтобы меня заметили. Я даю тебя в храм, когда ты видишь, что я хочу показать. Там целый день прославиться. Да задолбал тоже трепаться. Так-то. Вах! Ваховое место какое-то он хочет мне показать. Убежище. Недалеко уехали, на самом деле, от того лагеря. Клянусь огнем, который держит поршень, клянусь коробкой передач и каким-то подшипником. Не успел я. Это мой шедевр! Шедевр! Просто это наш шедевр будет. Вот. Это не машина, это ведро с гвоздями. Это шедевр! Нет, она божественное знание, вдохновение, дарование небом. Явила себя в этом мире, смотри! Смотри, божественная суть сливается с карданным валом. Модифицировано, подогнано по марке. Святая сталь. Это классический турбобрат. Турбобрат, турбобратуха, пойдем погоняем, братуха, по-братски погоняем, брат. С вами пружины амортизатора, электрические цепи. Мне нужно 8 цилиндров, не меньше. Желательно 12 или 16, но 8 тоже ничего. Козел зажрался, даже у меня 6. Покажи мне, где он. Идем сюда. Пса забыли, ублюдки. Едем, соседи есть село, на вечеринку! Мало топлива. А я-то что сделаю? Много, мало. Все, бензин сдох. Пацаны, сорян. Я случайно, пацаны. Что? Да я случайно, ну сказал же, я случайно, мне просто бензин нужен. Ну что за люди? Ну что за люди? Не люди, ублюдки какие-то бородатые. Ау, ты что делаешь, эй? Смотри, у меня есть оружие. Страшно? Страшно? Страшно! Ясно, не страшно. А это страшно? О, я чуть не раздавил канистру. О, полная канистра. Идиот! Какого хрена ты делаешь, блин? Заливает бак до краев. Ай, заливаю. На. Небо она выпала на первом же повороте. Вот, например, на это. Ладно, продолжаем. Едем, соседи есть село.
На дискотеку! Ребят, мы к вам едем на дискотеку, ой, ребят. А, ну Санова, я не заказывал шоу. Управлять свой шедевр, конечно, не слишком. С кем не бывает. Чего-то, по-моему, нам не рады на это в соседнем селе. Как-то нас стрёмно встречают. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck, ёпта! Да ну вас нахрен! Ребят, мы к вам в соседнее село! Ребят, мы из соседнего села! Ребят, нет! Ау! Вашу мать! Я к вам на дискотеку! На дискотеку! Она тоже! Там кто-то бегал, я видел. Я, блин, это видел. Какой-нибудь опять жестянчик здесь есть местный, или он... Ты еще не готов! Ты еще не готов взять мои корпуса! Ты не готов! Нет, не трогай мои корпуса! Это моя прелесть! Кто бибикал? Или мне показалось? Или у меня уже глюки пошли? Я могу спуститься вниз! Ах ты, откуда ты... А, твой пистолет, удобный пистолет, только не перетри ему дуло. Там кто-то есть, тварь. Вау, выбор фрейн, фрнис, швейвейс, лайтхайнс. Мне что-то первое больше всего нравится, говно какое-то. Едем в соседнее село. Все, задолбало, дурацкая песня. Ах, ни хрена себе вас тут. Ты что, меня зарезать хочешь, чувак? Угу. Ой, промазал. Ой, под сраку ты сейчас получишь, ублюдок. На тебе, мамку делать буду, ножик поднять ножик, тихо, я сейчас ножик только подниму, уберись от моего ножика. На, это мой ножик, сейчас тебе мамку буду делать. Вот так. А как взять ножик? Да, я все мамку сделаю, отвечаю. Сделаю все мамку, и тебе тоже сделаю, всем мамку, и тебе, ау, не по хребту, а мамку. Вот так. Ау! Больно же! Куда ты бинокль достал, дурак что ли? Я и так прекрасно вижу. Чё ты, попутал что ли? Больше давай! Больше обезьянок! Всё, а... Ладно, никаких больше обезьянок не будет. Дурак, нахрена ты лезешь? Машину не трогай, Вася! Машину не Васи мне машину, ублюдок. Они ждали, когда я стрелю не в курсах просто, чтобы... Куда поехал? Вечеринка только начинается. Едем из соседнего села! Нахрен эту вечеринку! Нахрен вечеринку! Ах ты... На! Миссия! Саудио Буэтел. Просто сбежали от них. Вообще круто выполнили. Все, мы возвернулись к себе в свое село. Нафиг. Надо расширить, мне кажется, здесь проход немножко. Ну, а песик уже сам себя подчинил, походу. Твари, бросили меня! Уроды! Я вам это же припомню! Я знаю, где твои тапки лежат. Ну что ж, а на этом все. С вами был Фрост. Не забывайте подписываться. Если до сих пор точно не сделали. А также ставить лайки. Ну ты ведь помнишь, да? Ты ведь уже поставил, да? К сожалению, не знаю, когда будет следующая серия по Mad Max'у, потому что я уезжаю. А может быть уже уехал, и видео у меня записаны на 2 недели вперед. А куда я уезжаю, вы можете узнать у меня в Инстаграме, иначе нахрена он мне еще нужен? Ну да. Всем удачи и всем пока-пока.